Пару минут назад стало известно о смерти актера Аркадия Гарцмана. Артист ушел из жизни на 76-м году жизни. Печальную новость сообщила дочь звезды кино Виктория Аронова. Аркадий Гарцман скончался. У меня был самый лучший папа на свете, и для меня самый лучший мужчина на свете. Он и сейчас там, но уже в другом месте, с Господом на небесах. Это только успокаивает, но я знаю, что однажды мы увидимся снова и навсегда будем вместе. Так что до встречи, любимый, написала в соцсетях дочь артиста. Широкой публике актер известен по роли полковника Воробьева в сериале «Ликвидация». Также на его счету работы в проектах «Возвращение Мухтара», «Утесов», «Песня длиною в жизнь», «Маруся», «Королева», «Бензоколонки». Аркадий Семенович не только снимался, но и писал песни. Например, его композиция использована в мультфильме Давида Черкасского «Остров сокровищ». В титрах Гарцмана указали как некого Балагина. Кроме того, песни на стихи Гарцмана исполняли Верка Сердючка, София Ротару, Николай Караченцев, Алла Пугачева, Максим Галкин в мюзикле «За двумя зайцами» и многие другие.